Теперь на одной фотографии румыны, французы и студенты из Бразилии. Форум еще не открылся, а в закулисье уже сотни селфи и десятки новых друзей. Ольга Молотилова из Белоруссии. За несколько часов она уже познакомилась с коллегами из Кореи, Китая и Шри-Ланки. В комнате у меня живут девочка из Швеции, из Польши, Литвы, наши соседи, поэтому, конечно, с ними легче. Ну и вот был очень интересный парень из Уганды, то есть вообще что-то новое. Утро здесь начинается с международной зарядки в виде танцев. Ведущему даже ничего не нужно объяснять. Все и так все понимают. Язык спорта, который понимают все. Почти каждый лидер на форуме со своим колоритом. Вот, например, Самуэль Халани в традиционной юбке для жителей королевства Лесота. Мне не очень холодно, потому что у нас в стране в это время зима до минус 2 градусов. Одним из первых с открытием форума поздравил волонтеров сегодня Алексей Песошин. Год добровольцев в России. Для нас особая честь принимать самых активных и неравнодушных людей планеты. 111 лидеров волонтерского движения из 92 стран мира. Но среди них не оказалось татарстанцев. Россию на форуме представил Красноярск. Я думаю, везде татарские представители. Только благодаря Татарстану мы здесь гостеприимному проводим уже не первый год это мероприятие. Я думаю, что те волонтеры и те организаторы, которые работают в этом лагере и на этот проект, они тоже получают большой опыт, общаясь с представителями, повторяю, студенчества из практически всех стран. Форум будет проходить 8 дней. За это время для лидеров пройдут лекции, круглые столы и мастер-классы. Слава Кухмадулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Лаишевский район.